Волонтерским организациям не хватает материала и оборудования, чтобы плести сети для фронта. Екатерина Сысоева и Надежда Нефедова решили помочь добровольцам в сборе средств и организовали благотворительный квартирник «Узелок от сердца». В мероприятии примут участие профессиональные и любительские коллективы города, а также все желающие смогут завязать узелок на настоящей маскировочной сетке, которая отправится на фронт. Это такая большая помощь нашей стране, большая помощь в создании настроений, патриотизма. Особенно мы привлекаем же и артистов младшего возраста, да, детей. Они тоже видят, как взрослые сплочаются и решают задачи, которые перед ними стоят. Активно плести маскировочные сети в нашем городе начали в 2023 году. Надежда Нефедова и ее волонтерская организация активно выезжали на обучение и старались как можно быстрее сплести сети, чтобы отправить их нашим бойцам. Мы знаем, что нас защищают ребята, которые в том числе и гибнут, которые получают ранения, и маскировочные сети, конечно, сохраняют очень сильно им жизни. Одна проблема у нас стоит – нехватка денежных средств на покупку материалов для плетения сетей. Одна сеть примерно по деньгам выходит 3 на 3 метра ориентировочно, это где-то 1300-1500 рублей. Но их надо огромное количество, их нужны миллионы, потому что помимо того, что ребята укрывают себя, свои блиндажи, они еще укрывают технику и какие-то очень важные объекты инфраструктуры военной. Узелок от сердца пройдет 17 февраля в 16:00 в молодежном центре. Приглашаются все желающие старше 6 лет. В течение мероприятия можно будет пожертвовать любую сумму на приобретение оборудования и материалов для плетения маскировочных сетей.